Добрый вечер, дорогие друзья! Мы несказанно рады всех видеть вас здесь, на нашем канале «Алга Петербург», ведь сегодня всех нас ждет первый онлайн-концерт, посвященный творчеству Димаша Кудайбергена, на котором вы услышите песни из его репертуара в исполнении очень популярных и известных личностей среди диерс и экспертов, которые делают реакции и обзоры на его творчество. Я надеюсь, что сегодня вы получите колоссальное удовольствие от концерта, потому что действительно, согласитесь, в сложившуюся ситуацию не часто удается услышать концерты, и сегодня мы постараемся сделать так, чтобы эффект присутствия был максимальный. Саш, тебе в чате уже пишут, что ты красавчик. Друзья, всем привет! Hello, my friends! Hola, amigos! И сегодня у нас будет много гостей, будет интересно. Напишите в чате, откуда вы нас смотрите. Да, для нас очень важно понимать, хорошо ли вы нас слышите, потому что, сами понимаете, здесь самое главное, чтобы был качественный звук, качественная картинка. Мы постараемся со своей стороны сделать все возможное, но если вдруг что-то случайно пойдет не так, не держите на нас зла. Это такой творческий беспорядок, это все-таки наш первый опыт. Мы всегда вкладываем все силы, но, сами понимаете, технические вещи иногда могут вносить свои коррективы. И вы также можете поддерживать артистов, которые у нас выступают сегодня с помощью смайликов. У нас нету никаких ограничений по смайликам, поэтому вы можете отправлять им аплодисменты, можете подпевать, можете хлопать. В общем, должно быть весело. Друзья, оторвитесь по полной на сегодняшнем онлайн-концерте. И надеюсь, что, в принципе, очень важно, чтобы вы написали, откуда вы нас смотрите, и чтобы вы успели поделиться ссылкой со своими друзьями на наш онлайн-концерт, потому что мы хотим, чтобы нас было очень-очень много. Да, а начнем мы уже буквально через несколько секунд. So, my friends, please share link to this concert with your friends. We still have few minutes before we start. И нам уже, кстати, пишут, что смотрят и из Узбекистана, из Португалии, Беларусь, Казахстан, а пусть Чехия. Португальцы далеко не уходят, потому что сегодня представитель, яркий представитель одного из ваших друзей будет выступать на нашем канале. У нас, кстати, много стран сегодня представлено. У нас сегодня широкая география заявлена на концерт, поэтому уверен, вам будет интересно посмотреть на самих артистов и познакомиться, возможно, даже с творчеством тех артистов, которых вы не знали ранее. Ну что, я вижу, что очень много уже зрителей смотрят со всего мира. Звук отличный. Латвия, Перу, даже Лондон, Сочи. Фантастика. Ты посмотри, а интернет стирает абсолютно все границы. И самое главное, стирает границы творчества Димаша Кудайбергена, которое объединяет людей со всего мира, со всего света. Человек, который несет добро, любовь всему человечеству, и я уверен, что яркие представители как раз людей, которых когда-то коснулся голос Димаша, сегодня находятся с нами на этой онлайн-трансляции и готовятся к первому гостю, который откроет наш сегодняшний концерт. Саша, а получается, что первый же гость у нас написал песню про Димаша. Вот ты говоришь, что у нас очень много сегодня будет артистов, которые прикоснулись к творчеству Димаша. И наш первый гость, он настолько был восхищен, что написал песню и посвятил ее Димашу. Давай сразу откроем небольшую тайну, что наш гость из теплой, солнечной Италии. Он сейчас согреет вашу душу песней, которую он написал для Димаша, вдохновившись его творчеством. Его зовут Фабио Касали. Наверняка вы могли видеть его на нашем канале и даже слышать эту песню. Но сегодня он ее исполнит специально для вас. Вы знаете о том, что Италия славится своими исполнителями, своими голосами, а самое главное, итальянский язык славится своей музыкальностью. Поэтому сегодня от яркого представителя Италии Фабио Касали вы услышите его авторскую песню, посвященную Димашу. My friends, welcome Fabio Casale from Italy. Давайте услышим его. Итак, Фабио уже с нами на связи. Дорогой Фабио, как слышно? Все ли хорошо? Поехали. Ed ecco il giorno in cui poi tutto è più lontano. Il mondo lo credevi chiuso in una mano, ma si frantuma senza stringere le dita. Come la musica che pensi sia finita, tutte le voci che non danno mai emozioni, sempre più in basso stan tenendo le canzoni, e credi che del peggio non ci sia la fine, non ti riconosci più. E all'improvviso ci sei tu, a un
viaggerò senza confini. Con la passione e il sentimento, se il sollievo del tormento dentro me. Inaspettato arrivi tu, dove gli altri non arrivano. Con la tua voce dai speranza, molto chiusi in una stanza, soli a piangere. Dai, canta ancora. So che ti va. Tu sei capace di portarci in tanti mari, dove ti seguono e ti ascoltano i tuoi cari. Sei un sentiero illuminato in un mondo ormai bruciato da percorrere. Наш онлайн-концерт в самом начале сегодняшнего вечера. Саша, мы вот только что без звука были целую минуту. Друзья, у нас был в гостях Фабио Касали из Италии с великолепной песней «Angelo Senza Confini». Не забывайте, что в описании есть ссылки на всех артистов, и вы можете подписаться на... Да, и вы можете подписаться на их канал и тоже поддержать их тем самым. Невероятно талантливый артист. Я думаю, вы прочувствовали, сколько солнца, сколько любви Фабио принес в самом начале нашего эфира. Ну что же, это только начало, друзья. Впереди нас ждет много всего интересного. Напишите, как вам открытие нашего онлайн-концерта, первого онлайн-концерта на канале Алга Петербург. Не стесняйтесь ставить смайлики, аплодисменты. В общем, каким-либо образом поддерживать наших артистов им будет очень и очень приятно. Ну что, а мы продолжаем и идем дальше? Да, мы идем дальше, и я готов рассказать, что же нас ждет дальше. А мы тем временем перемещаемся из Италии прямиком в Америку, Соединенные Штаты, где уже на протяжении 4 недель подряд песня и клип «Кайран Елим» ну, действительно держится в топе, благодаря в том числе и вам, уважаемые Дерз, которые голосуют, не прекращая голосуют и не спят уже 4 ночи подряд и поддерживают своего любимого артиста. Так вот, наши гости тоже из Америки, Санг Шен ее зовут. Это невероятный профессионал и мастер своего дела. Наверняка вы видели в Ютубе ее инструментальные аранжировки на самые различные песни нашего любимого артиста. И сегодня действительно «Кайран Елим» — это уже абсолютный тренд не только в Америке, не только в Казахстане, но и во всем мире. Поэтому, я думаю, вам будет приятно и интересно услышать ее инструментальную версию на этой песне, для этой песни специально для канала «Алга Петербург». My friends, welcome Sang Cheng from San Diego. Mm-hmm.
профессиональный музыкант и учитель музыки, скрипачка из Сан-Диего, Америка, Санг Шен, только что сделала фантастический кавер, аранжировку на песню «Кайран Елим». Друзья, не забывайте, что обязательно нужно поддерживать наших артистов с помощью аплодисментов. Так как мы находимся в прямом эфире, то вы можете поддержать своими смайликами, потому что этой атмосферы действительно не хватает. Слушай, все-таки насколько Санг Шен действительно профессиональный музыкант? Вот ты знаешь, я слышал много скрипачей, но вот у каждого скрипача скрипка звучит по-своему. И вот именно у Санг Шен настолько это... Настолько это душевно и проникновенно, что я даже, если честно, расчувствовался. А я тебе прочитаю тогда несколько комментариев из чата, потому что, например, Элла Тен написала, что слушает скрипку, а вспоминает голос Димаша. Еще Стеллар Хейди пишет. Она невероятная, очень талантливая. Спасибо, ребята, что пригласили. Амангельды пишет. Александр и Иван в костюмах — это трамвай Александра, который резко свернул с рельсов. Классно, молодцы, Алга Петербург, браво, супер. И Сандра С... Эспарза. I sincerely hope Dimash is watching this. He would be immensely proud. Волнуется, смотрит ли нас сейчас Димаш. Но я думаю, что, пользуясь случаем, мы должны поздравить одного тоже очень важного человека. Это Ирланд Бекчурин, у которого сегодня день рождения. Да, это саунд-продюсер. Аранжировщик, саунд-продюсер, да, Димаша в его команде, который делает фантастические аранжировки к его песням. Я вот думаю, что как раз вот то, что мы сейчас услышали в исполнении Санг Шен, ему должно было очень понравиться. Да. My friends, so we are going to next singer. He is from United States of America. He's from Washington, D.C. His name is J.K. Да, друзья, мы решили не улетать из Америки, все-таки сами знаете, билеты сейчас нынче недешевы, поэтому мы решили задержаться в Америке, чтобы услышать еще одного профессионального исполнителя, который в свое время закончил университет Майами по популярной музыке. Также он был учителем музыки, сейчас в отставке, но то, что вы могли видеть опять-таки на Ютубе, в его исполнении всегда... Это особая экспрессия, всегда это невероятный позитив, всегда это солнце в кадре. JK, инфоартист, который сегодня исполнит песню, наверное, самую ожидаемую песню этого, я надеюсь, года, Over Here. Over Here. My friends, welcome JK with song Over Here. А, кстати, он еще бывший футбольный тренер и футболист.
sail summer days. Rose said to me, nothing gold ever stays. That I'm searching for was not me, for it's true. All the love you guess we get, we take. Sweet sleepy days tarry taking years. Joy is like the wind, nothing gold stay. Да, друзья, вот как тут не удержаться от аплодисментов, пусть даже в прямом эфире, но смотри, тут была и песня, Вань, и урок географии, и действительно, да, насколько широка география, вот именно творчество Димаша, насколько он вот буквально накрыл своей любовью и своим творчеством весь мир. И когда Димаш поет, действительно, я заметил, как и демонстрировал Джей Кей, земля то ускоряла свой разбег, то замедляла. И это все случается только в тот момент, когда вы слышите голос. А еще был один момент, он показывал, там есть слова, что через море любовь проходит. Он показывал, что из Казахстана в Вашингтон любовь прошла через Атлантический океан. Фантастика. Я уверен, что вы сейчас вместе с нами получаете то самое эстетическое удовольствие от творчества и от людей, которые когда-то соприкоснулись с творчеством Димаша и сегодня специально для вас открывают свою душу и сердце, чтобы мы вместе вот зарядились словом под названием «любовь». Тем временем я готов представить вам еще одну участницу, но для этого нам нужно, Вань, переместиться, правильно, из покинуть Америку. Ну, не очень далеко, потому что мы отправляемся из Америки в Латинскую Америку. Да, друзья, Колумбия, и сейчас вы услышите голос одной из самых преданных Диар, которая очень любит творчество Димаша и очень часто исполняет его песни, причем делает это, перепевает и делает каверы, но, внимание, очень много на испанском языке. Это Лидия Монсальве. Видели вы ее в интернете или нет, но то, что услышал я в ее исполнении, меня поразило до глубины души. Я надеюсь, что этот голос тоже проникнет в самое сердце. So, my friends, welcome Lidia Monsalve from Colombia with song I Miss You. Сыгыдым сини. Corazones y el uno al otro al sentir.
Вань, ты знаешь, для меня эта песня вот прямо сейчас прозвучала абсолютно по-новому. Все-таки я привык слышать эту песню на казахском языке. И вот тут вдруг на испанском так... Я даже не могу подобрать слов, настолько это было выразительно, настолько это было по-женски, что это было просто здорово. Мы знаем, насколько мне известна история этой песни, что когда-то в свое время ее сочинил Канат Ага, папа Димаша, для мамы Димаши Светланы Айтбаевой. И не зря песня называется «Я скучаю по тебе», потому что был момент разлуки. И вот, мне кажется, как раз вот в исполнении нашей замечательной гости Ли Джей Мансальве очень вот эта тема разлуки прослеживалась. Саш, а кроме тебя, кстати, почти 2000 друзей смотрят нашу трансляцию и тоже оценили прекрасное выступление. И, например, у нас очень много комментариев, но некоторые я буду зачитывать, друзья, поэтому пишите, мы стараемся за всем следить. Например, Асем Куандыкова написала: «Санкт-Петербург — культурный город. Вы, ребята, пропитаны всем этим. От вас так и веет простотой, но одновременно аристократичным воспитанием. Мы тянемся за вами». Спасибо. У нас, друзья, очень хороший учитель. Мы давай сразу тогда, раз уж мы затронули тему Латинской Америки, и я вот хочу с
с нетерпением представить нашего молодого юного друга. Вы все его прекрасно знаете и любите. Это Лео Кантро, красавчик из Мексики, с которым, которому мы обещали, Вань, когда-нибудь съесть такос. Ну, он уже несколько раз нас приглашал, поэтому придется приехать. И мы должны, кстати, я могу сказать, что Латинская Америка, они очень любят Димаша, очень хотят, чтобы он приехал к ним в гости, и очень много делают песен на испанском языке, поэтому... Ты правильно сказал, они очень много делают для того, чтобы Димаш их заметил. И мы, кстати, слышали уже такой небольшой слив информации что-то о том, есть, что, да, про Мексику. Что что-то там уже намечается, судя по всему, концерту быть. Поэтому... Hola, amigas, latina, americanas. Лео, алга. Si unido a ti, no me importa perder más. Te quiero mirar aquí, dolor, dolor, es algo que nunca sentí yo. Tal vez pronto vuelva a amar, pero no será a ti. No te puedo ni soltar, este dolor sigue aquí. Será la última vez, lo daré todo hoy por ti. Tómame, no me sueltes, no. Déjame aferrarme a tu amor. Es una obsesión por ti. Nunca antes yo dudé de mí. Mi obstinación, el tiempo mirará, recomenzar mi amor. Tal vez vuelva a abrazar, pero no será a ti. Y al pensar que te irás, la herida no sana en mí. Te vas sin regresar. Recordaré lo que fuimos tú y yo. Tómame, no me sueltes, no. Déjame aferrarme a tu amor. Es una obsesión por ti. Yo nunca antes dudé de mí. Por siempre voy a tu lado estar. Por favor, ya no dudes de mí. Todos los demás siempre hablarán. Nos hemos elegido uno al otro. Ya no quiero que llores así, porque al final la realidad me duele. Sueltes, no. Déjame aferrarme a tu amor. Es una obsesión por ti. Yo nunca antes dudé de mí. Por siempre voy a tu lado estar. Боже, я впервые слышу песню «Restart My Love» в такой вот интерпретации. Это было супер. Я тебе могу сказать, что это одна из моих любимых песен, и то, что вот сейчас она прозвучала в исполнении Лео, это очень круто. Вань, мне кажется, что после исполнения этой песни поклонниц у Лео Кантро точно прибавится.
Скорее всего. Кстати, знаешь что, вот я хочу еще, знаешь, кое-что сказать. Дело в том, что скоро будет интервью у Кевана. Я думаю, что вот нас сейчас смотрит 1839 человек. Думаю, если вдруг кто-то из них знает Кевана и знает, что будет интервью, мы же можем спросить у наших зрителей, какие вопросы задать Кевану. Это, кстати, очень актуальная тема, потому что я уверен, что сейчас Кевин находится прям в поиске вот интересных, таких необычных вопросов, потому что, судя по всему, он вообще впервые столкнулся с таким мощным, активным движением фанатским. Впервые, мне кажется, столкнулся вот с культурой Казахстана настолько широко и настолько глубоко, что он в таком недоумении сейчас, мне кажется, он бы не отказался от помощи с нашей стороны. Поэтому, друзья, если у вас есть какой-то интересный вопрос, который Кевин мог бы адресовать Димашу, не стесняйтесь, напишите его в чате. Мы попробуем даже его передать через Твиттер. Мы же теперь умеем им пользоваться. Ну да. Да, друзья, а следующий наш гость, он из России. Что, правда? Представитель из России сегодня тоже будет на нашем концерте. Это редкость, Вань. Да, и это представитель из нашего родного города Санкт-Петербурга. Мне не терпится поскорее его увидеть, а самое главное — услышать. Давай его представим. Михаил! Михаил с песней «Screaming». My friends, welcome, Михаил with song «Screaming». Trying to turn my heart into the stone. Put up resistance to me, so I let you go, go. But this love inside just won't subside. I can't stay far from you. Rip me from your stings, and I'm fighting to. Did you remember me? I'm screaming, ah, 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 ah. Why can't you hear me? I'm screaming inside, ah, ah, ah. Why can't you feel me? I'm screaming inside, ah, 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 yeah. Taking hardship in so many ways, and not forgiven, forcing you to punish me. Such a some sin is a blade of speech, slices every part of me. But the only thing they can sleep from. So what's to see? I'm screaming, ah, 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 ah. Why can't you hear me? I'm screaming, ah, 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 ah. Why can't you hear me? I'm screaming inside. I let us really say, go away everything. Now I know there's no way to fix us, baby. I know it's difficult, but can we try once more? I get it right this time. I'm screaming, ah. Side, high, high.
I'm screaming inside. Вань, похоже, мы давно с тобой не выбирались из офиса, потому что Петербург уже не тот. Как-то странно Петербург выглядит, у нас же вроде золотая осень на дворе. А там тепло, солнце, просто... В общем, браво Михаилу, спасибо большое. Кстати, вот как раз леди Хелена пишет, что это Финиш Гульф, Финский залив, но кажется, что-то здесь не так. Похоже, Михаил где-то на отдыхе. Ну, ты знаешь, Вань, я оценил, опять-таки, необычную аранжировку и интерпретацию этой песни, потому что вот приятно, что творчество Димаша влияет на артистов, и они пытаются переосмыслить, да, не просто копируют, а именно пытаются исполнить каждую песню по-своему, пропустив через себя и через свои вокальные данные. Берут пример с Димаша Канатовича, потому что Димаш Канатович тоже каждую песню исполняет по-своему, по-особому. А я очень надеюсь, что вы узнали Мишу, потому что именно он помогал создавать нам потрясающую атмосферу во время встречи друзей в Санкт-Петербурге, когда Димаш со своим сольным концертом посетил нашу северную столицу. Вань, если ты помнишь, там было жарко, люди не хотели расходиться, люди пели и вообще хотели, чтобы Димаш приехал прямо туда и вечеринка продолжилась. А, кстати, вот у нас в чате есть Гулаем Длимова, которая узнала Михаила, и она пишет: «Михаил, знаем вас, вы тоже супер». Друзья, не стесняйтесь ставить аплодисменты, смайлики, а артистам им будет очень приятно, что вы оценили вот их такой душевный посыл и интерпретацию песни, в данном случае от Михаила Screaming. И что, продолжаем? Продолжаем. Слушайте, ну, про следующую гостью я даже не знаю, как к ней подступиться, потому что Давай я скажу небольшое предисловие. Дело в том, что у нас на одном нашем канале, на Эхо Петербурга, было интервью с Асхатом Маемировым, и кажется, вот я сейчас точно не вспомню, но кажется, он говорил, что у Димаша есть мечта, и эта мечта, чтобы песня «Дэйди Дау» звучала во всем мире, как песня «All by myself». И сейчас эта песня прозвучит в исполнении одного из самых красивых голосов Индонезии. Это участница шоу «Голос» в Индонезии в свое время. Девушка, которая также выступала с Димашем на одной сцене во время петербургского концерта. Это любимая, популярная Римар. My friends, welcome, Римар. And this is premiere. My friend, дорогие друзья, это премьера песни на канале «Алга Петербург». Ремарк Калиста специально для «Алга Петербург». Алга. Menyendang sedang kalhanan bahan
Меня мощно. Прибило просто к стулу. И давайте поздравим Римар с потрясающей премьерой, с песней, которую она исполнила на казахском языке. Без акцента. Это просто, вот, ты знаешь, это, мы знаем, что это трагичная песня. Действительно, о такой очень сильной и мощной любви. И вот, мне кажется, Римар настолько глубоко прочувствовала эту трагедию между двумя людьми. И вот сегодня она вот тронула, я уверен, всех, кто сегодня на нашем онлайн-концерте. Да, друзья, надеюсь, что постепенно мечта Димаша, чтобы эта песня стала уровня All By Myself, уже начинает сбываться. Мы помним, как Римар исполнила кавер на песню «Любовь уставших лебедей». И вот посмотрите, то есть человек работает, не покладая рук, осваивает новые языки, осваивает культуры и дарит такой потрясающий колорит людям со всего мира. Спасибо тебе, Римар. Это было потрясающе. Фу. Так, надо бы как-то, Вань, взбодриться. Что? Продолжай, продолжай. Я пока свяжусь с нашим следующим гостем. Да. А я с большой радостью и уважением представляю следующего артиста, который выступит на нашем концерте. Это наш большой друг, который неоднократно выступал у нас на канале, с которым мы вели беседу и которого, я уверен, вы все ждали. И он пришел, Дмитрий Лебедев из Казахстана, яркий представитель этой замечательной страны. Собственно, я очень рад, что представитель с родины Димаша сегодня у нас присутствует на концерте, исполнит потрясающую песню «Махаббат Бермаган». Это гимн всех Диарс. Вокальный эксперт, человек, который очень много делает для того, чтобы мы еще глубже разбирались в творчестве Димаша, и делает это он от чистого сердца, регулярно и профессионально. Я считаю, что это вообще один из первых экспертов и лидеров, собственно, среди русскоязычного населения. А можно сказать, что вообще Казахстан славится своими вокалистами, поэтому очень приятно, что на нашем концерте сегодня будет специалист по вокалу из Казахстана. Высшего класса. Да, и его встретят 2110 зрителей и встретят его своими аплодисментами. My friends, welcome, Дмитрий Лебедев. Алга. Thank you.
где жабыр калмунайды. Ай, галксап, аспандағы. Сен мені биіктет сұраймын. Тағдардың баспалдағы. Махаббат бер маған дағды. Махаббат бер маған, махаббат бер маған тағдыр, жүректе қозғаған, жанымды жалынға орап, үзілмей маздаған. Махаббат бер маған тағдыр, махаббат бер маған. Ешқашан ешкімде ешкес болмаған. Бұл ғымыр арманын турады. Қол жетпес асқат бәрі. Шын қозыда мәрте қоладым, сан мәрте асқақтадым. Махаббат бер маған дағды, махаббат бер маған, махаббат бер маған дағды, жүректе қозғаған. Махаббат бер маған, ешқашан ешкімге ешкес болмаған. Вань, мы подпевали... Я, кажется, рано, да, микрофон мы включил? Мы подпевали, Вань, как могли. Но то, что Дмитрий Лебедев пел сегодня восхитительным бархатным голосом, заставил трепетать все фибры моей души. Я надеюсь, что женщины, которые смотрят наш концерт, оценили вокал Дмитрия по достоинству.
Откуда ты решил, что нас смотрят только женщины? У нас сегодня много было гостей, девушек, поэтому я думаю, что и мужчин в нашем чате много. Давай проведем перекличку. Давай спросим. My friends, how many ladies and gentlemen here? Can you write it in our chat? Давайте. And also you can write from where you are. Если вы девушка или женщина, поставьте сердечко. А если вы мужчина или парень, то поставьте кулачок. Большой палец вверх. Okay, и мы посмотрим. Friends, we decided to understand how many ladies and gentlemen in our chat. So put heart if you are a lady and put thumb if you are a man. Да, и мы таким образом узнаем, кого сегодня на нашем концерте собралось больше. Слушай, сердечек много, но еще кто-то присылает аплодисменты. Это до сих пор Дмитрию сыплются овации, аплодисменты, потому что то, что он сделал, ой, с нами это, что называется, душа сначала развернулась широко, а сворачиваться пока не собирается. Возможно, потому что готовится выступить наш следующий гость. Слушай, кстати, вот несмотря на то, что сердечек довольно много, вот нас сейчас смотрят 2000 гостей, и среди них есть и джентльмены. Поэтому я думаю, что наш следующий гость... Придется им по сердцу. Да. Мужчины, значит, специально для вас. Дамы, не отсоединяйтесь. Я уверен, что это гости заставит... волноваться абсолютно всех. Почему? Потому что у нас в гостях, мы сами не ожидали, но она пришла. Лара Олейха, португальская звезда, настоящая звезда, которая в свое время исполнила песню на казахском языке «Умы Тылмаскун». Димаш увидел, сделал репост в своем инстаграм, после чего она даже побывала в Казахстане и на одном из центральных телеканалов исполнила эту песню вновь. И сегодня она у нас в гостях по нашему личному приглашению. И она, кстати, не одна. И она не одна, потому что здесь будет дуэт с Джереми Вонгом. Сейчас все мужчины убегут, Вань. Это можно было не добавлять. Хорошо, друзья. My friends, welcome Лара Олейха and Джереми Вонг. Встречайте. Bir körkenin haşaq boldum özünge Yerkenleken balday tetti sözünge Qalaxan men baurap alın janımda Qaray berdin orqa tolı jözünge Bye bye, şirkin. Umutulmaz gün. Bye bye, şirkin. See
Аксарымда артағым сен. Пара. Прекрасное выступление от Лары Алейха из Португалии и под аккомпанемент Джереми Вонга. Друзья, впереди нас ждет еще одна важная, мощная песня. Никуда не расходитесь. Финальная и самая главная песня нашего сегодняшнего вечера. My friends, we will have one more final song, the main song of our evening. Поэтому, друзья, перед тем, как мы объявим финальную песню, хотелось бы сказать, что сегодня все эти замечательные артисты выступали для вас. Как вы поняли, творчество, вдохновленное творчеством Димаша Кудайбергена, потому что именно этот человек вдохновил всех нас сегодня собраться здесь этим вечером. И поэтому мне хочется сказать «Алга Димаш» прежде всего, потому что именно благодаря этому артисту сегодня светятся глаза у всех, кто смотрит эту трансляцию, для тех, кто выступает на этой трансляции. Ну и у нас Вань, конечно, тоже. Я предлагаю немного прочитать пару комментариев, потому обязательно. Что... Обязательно. Потому что, например, Салтанат Ильясова написала: «Саша не водитель трамвая, а аристократ из времен 19 века». Как приятно слышать такие слова. Донна Лёка: «Алга Петербург, ох, растревожили душу, вспоминания нахлынули о концерте в Санкт-Петербурге, о встрече Диерс». Каролина Дрезден: «О, класс, как можно всех певцов, фанов Димаша объединить? И идея, класс, какой концерт онлайн». Друзья, а может быть, это же наш первый концерт онлайн, но мы хотим сделать и... продолжение. Да, поэтому если есть артисты, которых вы бы хотели увидеть у нас в следующей гостях, серии, да, обязательно пишите в комментариях, мы обязательно их запомним. My friends, if this is our first online concert, but we will make, I think, one or... more, and if you want to see anyone with Dimash cover, send us his name or link to our WhatsApp or to our live chat. Поэтому, если этот опыт первого онлайн-концерта на канале «Алга Петербург» вам придется по сердцу, то мы обязательно организуем для вас второй концерт по вашим заявкам. Поэтому не стесняйтесь, пишите имена артистов, которых вы бы хотели видеть на этом концерте. У нас также в планах сделать конкурс среди артистов, которые будут исполнять каверы на песни Димаша, тем самым продвигая и популяризируя творчество артиста, Казахстан и, разумеется, выдающаяся личность, как Димаш Кудайберген. Саш, а можно я подведу итоги нашего небольшого опроса, сколько же у нас сегодня смотрит джентльменов и сколько девушек? Давай. Примерно 50 на 50. Но я заметил, что было несколько цветочков и несколько груш. О, груши — это частый гость на празднике любого DR, поэтому это здорово. Также хочу сказать о том, что мы планируем отпраздновать годовщину, Вань, встречи наших друзей, которая была практически год назад, в ноябре. Вот, поэтому следите за всеми событиями на канале «Алга Петербург». Для этого нужно подписаться, нажать уведомления, колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. Мы выпускаем много передач о Димаше, мы выпускаем свежие новости о вашем любимом артисте. И с нами всегда весело и интересно, во всяком случае мы на это надеемся. О, пошли, сейчас я вот вижу в чате, грушам добавились еще подсолнухи после твоих, после твоих слов. Друзья, и мы что, переходим к нашей финальной песне? Это общая песня, это в лучших традициях всех международных концертов, общая песня, которая объединит всех участников сегодняшнего мероприятия, первого онлайн-концерта на канале «Алга Петербург». Все артисты, которые сегодня вас развлекали, радовали, выступали перед вами, исполнят песню, объединяющую весь мир. We are one. Мы вместе. И навсегда. My friends, the final song of the evening, song «We are one». Друзья, вы можете подпевать, потому что я думаю, что эту песню знают многие из вас. Hello, my friends from afar.
Over the sea we bring them along. So hard to see you fight alone. We are one big family. United we are strong. It's not the time to run away. Together, fight as one.